а что же я делаю. Вот. Хочу, конечно, получать, чтобы в моей жизни были эмоции какие-то положительные больше, чем отрицательные. Вот. И, вот. Но их, конечно, умение их контролировать. И вообще хороший вопрос. Поэтому есть такая, я уже говорил несколько раз, на иврите есть такое выражение «ие машеие». Да? Это называется так, «будет, что будет». Вот так они говорят, допустим. Ну, у нас тоже такое есть, да, в русском языке. Ну и ладно. Ну, что будет, то будет. Не, ну и так. Ладно. То есть, по сути, еще... Либо одним словом еще, авось. Ну, не авось, нет, не совсем это авось. Это не совсем авось, это если с точки зрения вот нашего философского размышления, мы могли бы сейчас как? Мы могли бы ответить на этот вопрос на авось. Понимаешь, так, типа, и все, да? Мы же не на авось отвечаем, мы пытаемся как-то высказать свою глубинность, ну, какое-то понимание, на самом деле, а сколько я хочу, и как я хочу. И в заключение, вот ты меня сбил про авось, и у меня вылетела из башки фраза, значит, видимо, пора в общем, париться. Вот что, все, что нужно, легко, все, что не нужно, трудно. Я с этим изречением одного греческого философа, ну, немножко интерпретировал, но согласен. И я вижу, что это и есть, вот, в принципе, дзюдо, вот, путь мягкости. Это вот как раз оставлять то, что нужно, и тогда это будет легко. И не делать трудное. То есть, вот, когда мы говорим, блин, вот это трудно. Да? Я, допустим, звоню своим приятелям и говорю, поехали в баню. Блин, не могу, вот трудно, там надо доехать туда-сюда. Понимаешь? Все сомнения в пользу нет. Значит, это не нужно им. Вот и все. Значит, это не нужно. Я все знаю. Нет, все понятно, он правильно говорит. У меня соревнования. Ну что, ну я не могу поехать. Я хочу с тобой поехать, реально. Хочу с тобой поехать в баню. Вот вопрос о том, нужно это или нет. А у меня девочка борется, блин, на пенсии страны. Если бы это было бы, нужна бы баня тебе бы в субботу была. Для тебя бы ответ на этот вопрос был бы легкий. Ты бы сказал, Ром, конечно. Значит, баня на тот момент для тебя не была нужна. Вот и все. Для тебя как бы решается легко. Это решается легко. То есть, но он же хороший, он же не ставит тебя там перед выбором, перед жестким. То есть, ну, понимаешь, в чем преимущество? Да, да. И он предоставляет тебе выбор. Да, поэтому легкое... То есть, когда я говорю, я не могу... Он не обижается. Легкое нужно. Вот и все. Ненужное, оно как бы трудно. Ты начинаешь себя ломать, а это не нужно. Вот зачастую я, ну как бы, зачем? Зачем себя вообще ломать? Мы все это вот придумываем. Поэтому сколько прожить? Хочу прожить, нужно, чтобы это было, и легко. Вот так. Вот я тебе говорю. А сколько? Бесконечность. Ну да, если... Бесконечность. Переплюнул меня, да. Переплюнул. Вот на самом деле, я к чему жизнь задаю, да, что мы... Вот в наших ответах во всех присутствует некая ограниченность. Да, то есть мы 250, там, 80, 100 там, и так далее. Нет, не присутствует. Нет, присутствует. Нет. Да нет. Исчисляем. Нет. Говорится, ну, то, что да. Рома сейчас сказал, да, в голове у всех, вот то, что я сказал, там, 250, ну, это просто какую-то цифру. Ну, так, ну, чтобы, типа да. Там, да, большую. Настолько много, что даже как-то... Ну, грубо говоря, это... Нереально. 250 это настолько много, сколько нереально. То есть, сейчас, вот тренер. Но только вот в тех позициях, которые вот я, ну, хочу испытывать. Если их, конечно, не будет, то нахуй мне такая жизнь нужна. Ну это правильно, да. Не нужно. Есть такой психологический тренинг. Ну, он используется, но там тоже нужно экологично все. Вот Ванька критически сегодня, завтра там опасно с этими словами там играть. Но, как говорится, у вас есть, допустим, ну, приходит человек, да, говорит, я не могу какое-то решение принять в жизни. Ну, ему говорят, отлично, да. Но представь, что тебе жить это самое, ну, допустим, 10 лет. Ну, 10 лет. Для ребенка 10 лет это что-то для нас, 10 лет уже мы можем этими десятками оперировать, там, преподавательской деятельностью. Да. Ну, понимаете, о чем. А для ребенка там 1, 2, 3 уже много. Там бесконечность. Для стариков, если с ними там. Опа, для них, ну как хлопок уже прошел. Когда? Опять-таки, вот в таком теле еще пожить можно, а когда мне будет там 80 лет. Ты скажешь, да. Вот так вот. И когда там сидячий.
тоже будешь опять. Вот поэтому мы же говорим о качестве жизни. Сказал. Мы говорим о качестве жизни, а качество жизни подразумевает все, что, значит, соответственно, ты будешь в теле, в разуме, в разуме. А значит, и в результате мы к чему приходим? Качество жизни от кого зависит все-таки? Не от того, что кто-то или что-то нам что-то сделает, от нас самих же, да? Ну, и от времени. Ну и от времени. Да. Делаем паузу, идем париться. Дальше. Влад хочет дальше сказать. Ну, мысль закончена, да. Мысль закончена. Ответь на вопрос. Все. И вот ты, тренинг, 10 лет, потом 5 лет осталось, год. Но там нужно потом в конце экологично, чтобы. А если тебе остался месяц, ну вот этот человек, вот, шик, он задумывается, потом до недели, потом до дня, и потом сказать, все, забудь это все, ты живешь как хочешь. Пошли, двигайся. Как говорит Влад, мне это нравится. Мне это нравится, да.